Друзья, всем привет! Хочу сегодня рассказать о наших беженцах, которые уехали не по своей воле, а убегая от войны. Как их там принимают? Спасибо большое всем людям, добрым людям, которые принимают и делают все условия. Да, это не дома, это очень тяжело. Но, к сожалению, жизнь преподает нам такие уроки. Уроки зла и уроки добра. Дети пойдут в школу, взрослые пойдут работать. Мы, украинцы, работать умеем. Мы любим труд, поэтому будем работать. Некоторые мои подписчики спрашивают, почему у них нет одежды и почему их этим обеспечивают. Очень многие из наших бежали, забрав самое главное с собой, это самая главная жизнь. Детей. Самое главное в нашей жизни, то, ради чего все мы живем, это жизнь. Поэтому это и забиралось. Спасибо добрым людям. Им принесли и дали то, что на первое время надо. Еда, учеба, работа. Главное, жизнь сохранилась. Есть такие жизненные аксиомы, что добро вернется старицею. Добро всегда притянет добро. Или же желай ближнему того, чего хочешь пожелать себе. Это то, что доказывать не надо. Добро всегда принесет добро. Добро всегда победит зло. Поэтому, друзья, желаю всем счастья, мира всем, яркого солнышка над головой. Подписывайтесь на мой канал. Поддерживайте мой канал, пишите комментарии. Всего вам хорошего, друзья. А главное – счастья жизни.